Саратовским стилистам показали, как правильно брить мужчин. В городе проходит двухдневный семинар московского бородобрея Николая Горбачева. Он с 16 лет занимается парикмахерским искусством и в Саратове продемонстрировал, как проходит процедура бритья классической бритвой. По словам мастера, чтобы научиться правильно действовать острым лезвием, необходимо побрить около 10 мужчин. При этом сама процедура занимает около часа. Здесь важно хорошо распарить кожу, не порезать клиента и провести завершающий массаж. Во время второго дня семинара Николай расскажет о грядущих изменениях в области стрижек. Поменяется кардинально. У нас уйдут андеркаты стрижки, будут более удлиненные стрижки, но также они будут текстурные. То есть это будет новое такое видение именно в парикмахерском мужском бизнесе.